Небезпечніший штам COVID-19 може прийти в нашу країну з Росії, де близько чверті всіх випадків індійської дельти. Представники Національної академії наук України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Вінницького національного університету представили результати аналізу даних щодо поширення індійського штаму коронавірусу в Україні та Європі. На цю тему поговоримо з нашим постійним експертом Сергій Калинчук, кандидат медичних наук, лікар, політичний діяч. Пане Сергію, вітаємо вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Що ж ви знаєте про цей новий штам? Наскільки він всі цим штамом, новим вірусом лякають людей? Що ви можете про нього сказати? Об этом штамі ми узнали несколько місяців назад, коли в Індії пройшло усилення епідемічних процесів, коли Індія вийшла номер один по заболеваемости, по смертности. Эти все кадры, когда сжигали тела, там мы их видели уже много раз. ВОЗ начал исследовать новый штамм. Сказать, чтобы он там радикально отличался от штамма А, это британский, или от штамма С, это южноафриканский, нельзя. Да, там есть определенные мутации с точки зрения С-белка. Но не могу сказать, что была бы где-то в мире прозвучала информация, что он является радикально другим, как бы, и может поражать там людей, которые были вакцинированы или уже переболели. Такой информации на сегодняшний день нет. То он на сегодняшний день выявлен, насколько я помню, уже в 75 странах мира. А и что касается его агрессивности, да, он более заразный, да, он быстро протекает. Но я не думаю, что для нас это какая-то серьезная угроза. Даже если мы посмотрим по заболеваемости в России, о которой там говорят уже неделю, о том, что там рост заболеваемости, но там на сегодняшний день она достаточно стабильная. 13-14 тысяч человек болеет в день. И значительного прироста за эту неделю нет. Более того, Индия уже сама ушла с первого места по заболеваемости. И в Индии уже открывается на... Сколько я знаю, открываются уже музеи, открываются памятники архитектуры для посещения туристов. Поэтому я думаю, что пока, слава богу, на мой взгляд, вот эти вот опасения о том, что он принесет какую-то агрессивную историю эпидемическую, я думаю, что они преждевременны. Ну, судячи з інформації ЗМІ, в Росії дуже налякані цим вірусом, бо хочуть знову закрити школи, університети і так далі. Чому? Удивительна для мене ситуація відбувається, чесно говоря. Я там аналізував їх сообщення на прошлой неділі, в начале этой недели, когда они в пятницу приняли рішення о том, что в связи с увеличением роста в Москве заболеваемости ковидом и наличие там этого самого и они ограничивают рабочий режим жителям Москвы, они там вводят там дополнительные карантинные ограничения, и эти ограничения будут длиться с 30 по 20 июня, то есть в течение одной недели. Но для меня это как бы непонятная история, потому что с точки зрения противоэпидемиологического процесса все понимают, что ну, это не ограничение, на неделю ограничение. Контакты – это ничего. Инкубационный период от 10 дней до 2 недель минимум, и поэтому все карантинные мероприятия проводятся минимум в течение 3 недель, а в идеале хотя бы 4 недели. Поэтому, честно говоря, вот то, что мы видим с Россией, то, что поступает, либо у нас информации недостаточно, потому что мы же все-таки понимаем условия информационного пространство в России, да, либо это какие-то мероприятия, не связанные вообще с коронавирусом. Потому что закрывать на неделю или ограничивать контакты на неделю, это ни о чем с точки зрения эпидемиологии, а при этом я точно понимаю, что специалисты в России знают, как это делается правильно. Поэтому такие какие-то ну, непонятные мероприятия вызывают только ну, удивление, скажем так. Яка зараз ситуація з COVID-19 в Україні? Яка нова інформація? Нові статистики? Заболіваємость у нас стабільна, десь порядка чуть більше тисячі заболівших виявляють в течение дня. І я вам скажу, що тут навіть не сам факт
количество выявлений, а соотношение ПЦР-исследований, которые делаются в течение суток, и выявленных пациентов. Так вот, на сегодняшний день мы стабильно делаем порядка 30 тысяч ПЦР-исследований в день и выявляем при этом около 1000 заболевших. Вот за вчерашние сутки там чуть больше 1000 заболевших. Это значит, что это не больше 3% от ПЦР-исследований. Это, на мой взгляд, очень хороший показатель. То есть, ну, стабильно все эпидситуации в стране. Но при этом еще раз хочу сказать, уже я об этом много раз говорил, что вот это время, которое мы получили с точки зрения спадения темпов развития эпидемии, пандемии, нужно максимально использовать по программе вакцинации населения. Яка зараз ситуація ставлення українців до вакцини, до щеплення? Вони вже більше довіряють, як раніше? Бо я зачитала новину, що відсоток довіри зростає. Ну, учитывая то, что у нас появилась хоть какая-то информационная, ну, заполнение вот этого информационного вакуума с точки зрения вакцинации, и в первую очередь это связано с тем, что открывается доступность для проведения вакцинации населения, там, открытием вот этих вакцинальных центров, торговых центров, на стадионах и так далее. Конечно, я думаю, что доверие будет возрастать. Другое дело, что время не очень удачное, потому что все-таки это летний сезон, и многие люди думают о том, как провести свои выходные, отпуска, кто на дачу едет, кто к родственникам, кто к морю, кто наоборот в горы. И здесь, ну, тем не менее, надо на местном уровне максимально популяризировать эту тему и максимально мотивировать людей к вакцинации с тем, чтобы мы нормально вошли в осенний период и не повторили тут, ну, по сути, катастрофу, которая у нас произошла этой весной. Дуже вам дякую, пану Сергію. Дякую за те, що традиційно доєднуєтесь до нашого прямого ефіру. Хочу нагадати всім, що з нами на прямому зв'язку по телефону був Сергій Каленчук. З паном Сергієм говорили про небезпечніший штам COVID-19, який може прийти в нашу країну з Росії, де близько чверті всіх випадків індійської дельти. Представники Національної академії науки України, Київського національного університету імені Тараса Шевченко та Вінницького національного університету представили результати аналізу даних щодо поширення індійського штаму коронавірусу в Україні та Європі. На цю тему поговорили, нагадаю, з Сергієм Каленчуком, кандидатом медичних наук, лікарем та політичним діячем.